Затем была серия побед из 14 боев. Свой последний поединок провела против действующей чемпионки Кэти Тейлор. К сожалению, потерпела поражение решением судей. И решила попробовать себя, взять небольшую паузу, я так понимаю, выступление в профессиональном боксе. И решила попробовать свои силы в смешанных боевых единоборствах. Как говорит сама Бирюза, хочет стать абсолютной чемпионкой, но на самом деле такого понятия в ММА нет. Есть понятие двойных чемпионов, даже есть понятие чемпионов в трех весовых категориях. Ну, по крайней мере, такого еще никто не делал. Однако Бирюза может это сделать. По крайней мере, все для этого у нее есть. Является чемпионкой по версии ABA и по версии WBU. 27 лет Бирюзе Шариповой. Я думаю, что многие ждут этого поединка. Изначально бой должен был пройти совсем в другой лиге и в другие даты, но, к сожалению, организаторы не смогли договориться с Бирюзой Шариповой. И Бирюза решила провести свой дебютный поединок в лиге «Октагон». Итак, все внимание на экран, все готово к началу этого поединка. Ждем официального объявления от Мади Ругумбаева. Волошонок, давайте приготовим свои голосовые связки. Этого мало, давайте еще громче! В синем углу октагона спортсменка из России. Ей 18 лет, ее рост 164 сантиметра. Ее официальный вес 3,5 килограммов. Она чемпионка России по грэпплингу, чемпионка России по панкратиону, призер Москвы по грэпплингу. Ее профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений. В синем углу октагона Карина Хондасынова! В красном углу октагона ее визави в данном поединке. Спортсменка представляет Казахстан. Ей 27 лет, ее рост 166 сантиметров. Ее официальный вес 63,5 килограммов. Она чемпионка Казахстана по боксу, чемпионка IBU, чемпионка YWBU. Итак, в красном углу октагона, давайте громче, Фируза Шарипова! Рефери в октагоне. Халил Мамиев. Бойцы на середину. Бойцы правила знают, правила не нарушают. Внимательно слушайте команду. После команды стоп, прекращаем все действия. Пожали руки. По углам. Давайте поддержим спортсмена. Громче, громче, пожалуйста. Асхат күткен жекпе-жектердің бірі. Карина Хондасынова 2-0. Аралас жекпе-жекте Фируза Шарипова дебютант. Әрине, өзінің бокстағы жетістіктермен танымал ең алдымен. Алғашқы раунд. Бірден лоу-киктен бастап отыр, өте жинақы, қолдарын жоғары ұстауда. Хондасынова ол дұрыс та шығар әрине. Қарсыласының стилін ескере отыра, қолды жоғары ұстау керек әрдайым. Тым алыстан жасалған шабуыл әрине, бұның барлығын. Мидл кик. Стоп қалды соққына. Шарипова. Жинақы. Ал Хондасынова әзірше дұрыс тактика таңдап отыр. Керемет. Бірден еш қиындықсыз тейкдаун жасап үлгерді. Қазір енді Фирузаның жағдайы қиындайды деген сөз. Тым алыстан жасалған сияқты болып көрінді, бірақ өз дегеніне жете алды. Керемет фулман. Қазір Хондасынова өте жақсы позиция алды. Жоқ, свип. Қазір Шарипованың орындауында өте жақсы позицияға отырып алған сияқты еді, бірақ көрдіңіздер, Фируза Шарипова еш қиындықсыз қарсыласын аударып үлгерді. Грэпплингте біраз өнер көрсетіп үлгерген Хондасынова, сондықтан бұлай аудара салу үшін керек біраз таңғалдырып қалды бізді. Гардты айналып өтуге тырысатын болады. Қолынан келді қарсыласын. Гардын айналып өте алды. Бірақ ыңғайлы позиция жоқ. Қалай дегенмен грэпплингте тәжірибенің жоқтығы көрініп отыр. Қарсыласының арқасына шығып кетті қазір.
Фируза Шарипова қазір құлқындыру әсімен жеңіске жетсе қызық болады әлі. Жоқ, бұл соққы жасап атыр, берілген жоқ. Рефери қателесіп отыр бұл жерде. Мойынды ұстап үлгерді Шарипова. Соққы жасап жатқан сәтті рефери Фируза Шарипова берілді ме деп ойлап қалған болу керек. Құлқындыру әдісі қазір. Жоқ. Әрине, бұл жерде бір қолды салды, бірақ екінші қолмен жасаған емес. Берілді. Фируза Шарипова. ММА-дегі дебютін осылай өткізді. Бұған қалай қарайсыңдар? Алғашқы раундта құлқындыру әдісі техникалық тұрғыдан сауатты орындалды деуге келмейді, бірақ керемет әдіс. Греплингпен небәрі екі апта бұрын айналса бастаған адам үшін партерде өзін өте жақсы сезінеді екен. Фируза Шарипова алғашқы раундтағы құлқындыру әдісі. Свершился дебют и свершился крайне неожиданно. Кто бы мог подумать, что Фируза Шарипова одержит бой досрочно удушением со спины. Причем и рефери замешкался, либо сама Карина замешкалась. Вроде как постучала она, но... Давайте еще раз взглянем на это. Поздравляем, конечно же, Фирузу Шарипову с успешным дебютом. Давайте дождемся официального объявления победителя этого поединка. В этом бою в первом раунде на 2:37 победу удушающим приемом одержала спортсменка из Казахстана Фируза Шарипова!